Произнес великое множество речей. Все они довольно банальны по содержанию, но выполнены, так сказать, с огромным темпераментом. Но кроме того, записаны все его застольные беседы, а это неисчерпаемый кладезь премудрости. Гитлер говорил, что прирожденная раса господ — это только немцы, и что они призваны владычествовать над всем миром. А что славяне — это прирожденная раса рабов, что большинство русских нужно уничтожить, а тех, кто останется в живых, нечего учить грамоте, что украинцев следует снабжать бусами, как все колониальные народы, что арабы — это лакированные обезьяны, что итальянцы — ленивы, что среди румын есть один порядочный человек, да и тот Антонеску, что Швейцария — это прыщ на теле Европы, и что если германский народ не проявит твердости духа, то его тоже следует уничтожить. Вообще, — заявил Гитлер, — один я имею право решать, какой народ будет существовать на свете, а какой...